друзья, вы на канале Сибирский Пилигрим. Ну что, приехали на озеро. Вот такой вот заплыв, вот такое вот озеро. Сделал я уже разведку. Сейчас заплыву, поставлю чучела, ружье как положено в чехле, сделаю скрадок, ну и будем охотиться. Ни пуха, ни пера. Ну вот, прометался, выбрал место. Старый камыш не густой. Зимой ветрами его поломало. Вот. Вот так вот замаскировался. Выставил чучела. Выставил чучела. Пока накрывал лодку масс-сетью, село два черка. Против солнца сразу не понял, где самочка, где самец. Поэтому отпустил без выстрела. Было еще два налета, но тоже как-то против солнца. Буду бить наверняка. Вон чомги впереди плавают. Так что я думаю, утка будет. Ворона, ворона, ворона идет. Да есть контакт. Вон андатра плавает между чучелами. Оп, нырнула. А шелочи мои куда-то забились, камыш. И не вижу я их. Где-то сидят. Вот она ныряет. Вот она, вот она. Нарезает круги по своим каким-то делам. Да, хороший табунок гусей пошел, да низко как, метров 100 до меня не дошел. Ну вот, утро второго дня. На вечерней зорьке было
несколько налетов, но неудобные. Общий результат — 3 вороны. Заснял только одну, выстрел. Вот черки пролетели, трескунки. Вот, ну а сейчас, когда заплыл, начал готовить камеру, сел селезень красноголовой черниди, добыл его. Ну, будем ждать. Гуси. Гуси. Ну, у нас уже сезон на гуся закрыт. Да и пятеркой заряжено. Расстояние 60 метров это только птицу калечить. Черки, трескунки. Опять вот получилось. Парочка заходила. Вроде начал заднего выцеливать. Селезня. Они что-то крутанулись в воздухе, не стал стрелять, чтобы утку не зацепить. А садиться не хотят. Далековато сел. Далековато. Так, ну вот наш селезень. Селезень красноголовой черниди. Хороший такой. Плотненький селезнёк. Ну, с полем. Посмотрим подранка нашего. Если то подранок. Стрелял через камыш.
стрелял через камыш. Вон контейнеры валяются. Вроде накрыло, но он взлетел. Взлетел и вот за камышом сел. Так и непонятно, подранок это или что. А вот это не он случайно. Не пойму, сейчас подплывем поближе. Вот он наш трофей. Селезень широконоски. Красавчик. Ну, с полем. С полем. Ну что, друзья, с полем. Зорьки мне удалось добыть селезня красноголовой черниди и селезня собственно. Вот такие вот замечательные трофеи. Чернидь вообще такая, она небольшая, но плотная. Но несколько раз промазал, привыкаю к новому. Ну что, с полем, удачи, до новых встреч.